Темиртау 2545 семей находятся в очереди на жилье. Из них 1088 малообеспеченные, 2016 многодетные, 830 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и 289 работники бюджетных организаций. Теперь, что касается информации по выдаче жилья из Госжилфонда. За 2022 год жильем обеспечены 251 семья. Из них 180 квартир – это арендное новое жилье, новое 4 квартале. 30 куплено для многодетных семей, 41 квартира – это освободившиеся вторично или переведенные в коммунальную собственность по решению суда квартиры. В этом году для улучшения жилищных условий населения планируется передать 18 тысяч квадратных метров. Это в общей сложности 353 квартиры. Ольга Цуканова, Арман Абылхасымов, Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.